Ребят, вы, наверное, догадываетесь, что за свою жизнь актерскую я привык к тому, что пресса про меня пишет небылицы. Сейчас я не могу не прокомментировать, потому что тот уровень заказного вранья в России про меня достиг какого-то, ну, просто уже апофеоза. Сегодня уважаемые издания, целый телеканал НТВ у себя на сайте, такие издания, как «Московский комсомольский», «Комсомольская правда», написали, что я уже подозреваю здесь в чьем-то убийстве, что я кого-то убил или был свидетелем, и полиция меня задержала. Я понимаю, что у вас команда меня очернить, смешать с грязью и показать, насколько мне здесь плохо. И вы уже написали, что я хожу по парикмахерским жаловаться, и что дети мои не могут быть устроены в школу, и что Алла в прединфарктном состоянии, и у меня все так плохо. Вот смотрите, возьмите вот эту бумажку, на которой вы это написали, вот так ее разотрите хорошо и подотритесь. Мне хорошо. Я понимаю, что вам не дают власть писать то, о чем стоило бы писать. Вот эта организация вам запрещает. Роском... Забыл. Но вы поняли. И вам остается только писать желтую, непотребную ересь про артистов. Ну почему вы до сих пор про меня пишете-то? Вы же так переживали, что я занимаю чье-то место. Что не прорываются какие-то молодые таланты. Пишите про них. Пишите про тех, кто патриотично настроен. Про них пишите. Отстаньте от меня. Вы как слепые лошади ходите по арене, по кругу и месите под ногами одно и то же говно. Угомонитесь. Комсомольцы тоже мне.